Друзья, всем привет! Я нахожусь у ресторана Grill House. Это наш один, так сказать, из любимых ресторанов в Анталии. Находится он в Каньялты. Сейчас переключу камеру, покажу вам все подробно. Итак, мы находимся перед рестораном Grill House. Там за окном уже сидит моя семья, жена с детьми. Я покажу вам снаружи, как он выглядит. Очень достойный ресторан, всем его рекомендую. Шикарные делают стейки, а цены ниже, чем в России. Стейки очень шикарные. Сколько раз приходили, всегда было очень все вкусно. Мясо выдержанное, ферментированное. То есть это, так скажем, для любителей. Вот так вот мы заходим. Сразу же нас встречает огромное количество вина. Посмотрите, какие стойки, уходящие под потолок. Люстра. Вторая стойка огромная с вином. Здесь вино. Здесь вот такое лежит мясо выдержанное, ферментированное. Посмотрите на срезы. Очень хорошее мясо. Тут жук висит. Здесь зал. Там кухня. Барная стойка. Здесь у нас фрукты, соки делают. Вина опять. Мараба. Здесь мясо, посмотрите. Очень хорошее. Огромные куски под стейки. И все. Здесь елочка. Скоро Новый год. Сегодня 25 декабря. Красивая елочка стоит. Итак, а сейчас покажу наш. Это наш старый друг Улаш. Улаш. Здравствуйте. Давай, Улаш. Все, добрый день. Да. Лучше я хочу взять что. Так, ну и давайте покажу вам вкратце меню. Вот он, Grill House. Итак, что у нас здесь? Breakfast, завтрак. Омлеты, выпечка. Так, два ручки. Закуски. Вот это карпаччо очень вкусное, всем рекомендую. Карпаччо обязательно попробуйте в Grill House. Это очень вкусно. Спасибо. Салаты. Авокадо, также салат очень вкусный. С авокадо салат так, очень смотри, вкусный. Это, на здоровье. Паста, спагетти, да, равиоли. Кирюша, здоровье. Пицца. Так. Пицца, стейк пицца у них появилась или нет снова? Нету, да? Пицца, карпаччо пицца, турка пицца, острая. Давай пицца. Сделаем заказ. Угу. Вот, карпаччо пицца, это как раз то, что нам надо. Томатный соус, моцарелла, маринованная говядина, руккола, пармезан. Вот карпаччо пицца нам нужна. А нам тогда сделали вообще не то. В мае мы сюда приезжали. А ты не помнишь суп с морепродуктами, он какой там идет? Я думала, Кирилл взять. Здесь идут выдержанное мясо, вот, стейки. Тибон 87,50. Самый дешевый стейк 76,50, биф. Самый дорогой стейк томагавк биф слика 2-килограммовый 335 турецких лир. Мы его заказывали в мае. Это целое шоу устраивают здесь. Большое шоу. Техас заказывали тоже. Это все шоу устраивается. Вот какие вкусные также мясо. Баранья отбивные. Мясные продукты. Морепродукты. Морепродукты. Десерты. Детское меню. Ну, детское меню скромное, как в принципе и во многих ресторанах. Нет, у него холодное. Детский. Кофе.
Не хочешь больше? А лимон? Почему? Коктейли. Алкогольные, безалкогольные. Смотри. Ну и все. Все, делаем заказ, потом вам покажу. Итак, нам принесли рыбный суп для ребеночка, для Кирюшки нашего. Семга, да, там? Семга, креветки. Семга, креветки. Видимо, кальмары, наверное, еще, да? Рис. Вот такая замечательная карпаччо из маринованной говядины. Да, замечательное карпаччо из маринованной говядины. Салат с авокадо, очень вкусный. Карпаччо, кстати, здесь делают также очень-очень вкусно. Нам надо перелить суп. Вот видишь, он так, а вот нам принесли вот такие шикарные бутерброды с копченым лососем, соусом из авокадо, зелень, помидорки на хрустящем хлебе. Очень вкусно. Всем рекомендую.